Французская полиция арестовала подозреваемого в нападении на военнослужащих в пригороде Парижа Левало-Апере. Утром 9 августа злоумышленник врезался на автомобиле BMW в группу солдат, которые выходили из казармы. Пострадали 6 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии. Машину остановили на трассе А-16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале. Свидетели задержания слышали перестрелку. Я увидел впереди пробку и остановился. Из машины вышли полицейские, укрылись за ней и начали стрелять. Пули свистели повсюду, и я спрятался. Потом увидел, как из машины вышел человек и попытался перебраться через защитное заграждение. Послышались выстрелы, человек упал, а я снова спрятался. В ходе задержания подозреваемый получил 5 огнестрельных ранений. Также был ранен один полицейский, видимо, случайно. У арестованного оружия не было. Также сообщалось, что подозреваемого зовут Аму. Ему 37 лет. В среду после нападения полиция обыскала дом в городе Бизон. Французские СМИ пишут, что там проживал злоумышленник. Однако прокуратура Парижа не комментирует эти заявления. Власти Франции назвали инцидент в Левало-Апере преднамеренной атакой. Такого же мнения придерживаются и свидетели нападения. Я услышала глухой удар и выбежала на балкон. На земле лежали 2 солдата, а другие военные кричали. Один человек, видевший нападение, крикнул: «Это автомобиль, он уезжает, уезжает, скорее за ним, догоняйте его». Очевидцы считают, что автомобиль был припаркован недалеко от казармы. Когда оттуда вышли солдаты, водитель стремительно направил машину на них. Во Франции более 1,5 лет действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже. Тогда жертвами нападений стали 130 человек. Более 300 получили ранения. Жители Мосула продолжают возвращаться в город. 9 месяцев потребовалось, чтобы освободить его от боевиков ИГИЛ. Под контролем группировки город был с июня 2014-го. А 10 июля этого года премьер-министр Ирака официально объявил об успешном завершении военной операции в городе. Горожане теперь чувствуют себя в безопасности. Однако многих тревожит будущее. Кругом разруха, вода и электроснабжение не восстановлены. Дети не учатся, лечиться негде. Пожилые беспокоятся за молодое поколение. У них нет школ, не получить образование, больниц нет, нет ничего. Мы хотим, чтобы жизнь вернулась сюда, тогда и люди вернутся. Хотим, чтобы нас спрашивали о наших нуждах. У нас ведь ничего нет, мы просто сидим здесь изо дня в день и терпеливо ждем. Некоторые магазины снова открываются. Хорошо, что теперь безопасно. Кто-то возвращается в свои дома и магазины, но нужно, чтобы город приводили в порядок. Нужна администрация, которая обеспечит нас водой и всем необходимым. Впрочем, надежды люди не теряют. Предприниматели, вернувшись в город, открывают мастерские и работают, несмотря на трудности. Здесь все разрушено после боев. Людям тяжело, поэтому мои братья и сотрудники вернулись сюда, чтобы работать. Мы делаем резервуары для воды. Надеемся, что все вернутся в город и будут работать. Жизнь понемногу налаживается. По оценке ООН, на восстановление Мосула потребуется более $1 миллиарда. До войны в городе добывали мрамор и нефть. Здесь также расположен университет Мосула, один из крупнейших в Ираке. Он снова работает. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, вводящий пожизненное заключение за изнасилование малолетнего ребенка. Речь идет о возрасте до 14 лет. Такое же наказание законопроектом предлагается ввести за торговлю младенцами. Кроме того, в тексте содержится предложение заключать под стражу на срок в 5 лет тех, кто посягает на здоровье детей под предлогом религиозных вероучений. Власти Балиарских островов в Испании серьезно взялись за нарушителей, которые нелегально сдают жилье в аренду туристам. Теперь им грозят крупные штрафы – до 40 тысяч евро. Этот шаг сделан на фоне того, что местное население все больше недовольно избытком туристов. В июне этого года на Балиарских островах иностранных посетителей побывало больше, чем в других регионах Испании. Многие туристы снимают квартиры участников. Говорят, так удобнее. У нас есть кухня, где можно готовить, есть холодильник и морозильник, рядом рынки и магазины. Мы довольны. У меня семья, и в квартире нам удобнее, потому что можно готовить еду. Нам так лучше. Между тем, большой спрос на аренду квартир приводит к повышению цен. За последние 5 лет в Пальме де Мальорке они выросли на 40%. Это бьет по карману местных жителей. Я не могу платить больше 600 евро, потому что недостаточно зарабатываю. Туризм – это хорошо, он приносит доход, дает рабочие места. Но неприемлемо, когда местные жители не могут заплатить за жилье.
Центр Пальмы становится слишком дорогим. И не только центр, остров в целом. Кроме того, жители островов жалуются, что подвыпившие туристы часто шумят по ночам и не дают спать. Местные власти уверяют, что прислушиваются к требованиям людей. Граждане все чаще говорят, что избыточное число туристов приносит неприятности. И мы учитываем эту критику. Мы работаем над рациональным развитием и сбалансированностью. Теперь жители островов могут сами сообщать властям, если узнают о незаконной сдаче квартир в аренду. Наказывать будут даже за объявления, в которых не написан номер лицензии. Также власти будут отслеживать такие объявления на веб-сайтах. Между тем, премьер-министр страны призывает испанцев хорошо обращаться с туристами и напоминает о преимуществе развития туристического сектора. Туризм дает работу более 13% граждан Испании. Более 2,5 миллионов испанцев заняты в туристическом секторе. Он составляет более 12% ВВП нашей страны. Мы должны заботиться о туристах, угождать им и хорошо к ним относиться. Свое заявление Мариано Рахой сделал после инцидентов в Барселоне и на Майорке. Молодежная группировка, выступающая против туризма, выложила в интернет несколько видеороликов со своими акциями. На одном из них видно, как несколько человек в масках останавливают автобус с туристами и прокалывают шины. Власти Испании беспокоятся, что подобные происшествия навредят имиджу страны и оттолкнут гостей.